Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с семьями погибших участников спецоперации. Перед этим он возложил цветы к портретам павших дагестанцев, а затем почтил память военнослужащих минутой молчания. Руководитель региона выразил соболезнования родным героев и отметил, что власти республики окажут всю необходимую поддержку. Трудно и даже невозможно найти слова утешения для вас, но тем не менее хотел бы сказать, что вы полностью можете рассчитывать на всех нас, и мы готовы не просто разделить ваше горе, но и оказать посильную помощь в тех делах, которые не завершили ваши близкие, уйдя в мир иной, став при этом героями. Родные военнослужащих лично обратились к главе республики с беспокоящими их вопросами, напомнили на встрече и о мерах поддержки семьям погибших. Присутствующим рассказали о положенных выплатах, льготах и компенсациях. На сегодняшний день единовременные выплаты – это 5 миллионов рублей, выплачивается равная доля на всех членов семьи. Единовременное пособие выплачивается равная доля на всех членов семьи – 4 908 986 рублей. Также хотел бы ознакомить вас с региональной и социальной поддержкой членов семьи участников специальной военной операции. Первое – это единовременная денежная выплата в размере 1 250 000 рублей семьям погибших военнослужащих. Оказание содействия членам семьи в обеспечении рабочими местами в первоочередном порядке. Неочередное предоставление по месту жительства мест государственной, муниципальной, общеобразовательной и дошкольной общеобразовательной организации, расположенной на территории Республики Дагестан.